мне прислали подписчики вот такие вот корм торговой марки «Полная чаша» для взрослых котов с яблочной, без химикатов и консервантов. И сегодня я буду его давать Марсику пробовать. Такой вот корм для Марсика прислали. И сегодня я его буду тестировать. Не я буду тестировать, а Марсик. С яловочиной. Для дорослих котів, написано. Вот такий от корм. Зараз я буду його відкривати. Так от він виглядить. Зараз я його переложу в тарілку і дам Марську. Це все, я зараз буду давати Марсику і скажу, чи він буде їсти або не буде їсти. Зараз от цей корм, я зараз його буду пробувати на вкус. На вкус чи ні. На вкус, вкуса взагалі не мам. Ну, нормальний. Я думаю, що Марсик буде їсти. От зараз от Марсик прийшов. Я зараз йому буду давати корм. Ти, Марсик. Ти. Марсик їсть. Марсик уже все з'їв. Корм, значить, вкусний. Я рекомендую цей корм для всіх котів. Корм Марсику їм понравився. Всім рекомендую. Ще Марсик хоче. Марсик. Ще Марсик їсть. Ось зараз от Тиша прийшов. Наверное, тоже хочет корм. Еще. Тишина. Сейчас ему на полном.
еще тоже понравилось. Мне тоже понравилось. Значит, корм тоже вкусный. И даже для собак. Если понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал с колокольчиком, пишите комментарии.